Более 15 лет эти земли пустовали. Заросшими бурьянами, кустарником, полями Гурман-Косинского сельского поселения всерьез занялись специалисты агрохолдинга «Вурнарский мясокомбинат». Поле готовят под посев озимых культур. Тут 130 гектар всего. На аукционе мы выиграли на 49 лет. И поэтому сейчас технику освободили, делать и начали подготавливать вот эти поля под озимые. Каждый год мы осваиваем новые земли. Превращать заброшенные земли в плодородные оказывается не так-то просто. Но трактора нового поколения легко выкорчевывают даже мелкий подлесок. Сейчас у механизаторов небольшой перерыв. Только что закончили заготовку кормов. Решили не терять время зря и занялись очисткой. За неделю хотят справиться. Так, в прошлом году агрохолдинг освоил 160 гектаров земель сельхозназначения. Совместно со специалистами поселений провели инвентаризацию необрабатываемых земель в районе. В районе их численность порядка 1800 гектаров на сегодняшний день. На этот год мы запланировали 919 гектаров провести вот эти работы по освоению земель. А вот в прошлом году акционерное общество «Вурнарский мясокомбинат» посеяло порядка 160 гектаров на вновь освоенных участках земельных. Но в основном работы будут продолжаться еще дальше. Наталья Мальчикова, «Республика».